Министерство связи и информатизации Беларуси выпустило в обращение памятные спецштемпели, которыми сегодня во всех областных центрах страны были проведены памятные гашения, посвященные 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. В Бресте торжественная церемония гашения состоялась в обновленном отделении почтовой связи на улице Пионерской. В основе штемпеля лежит фрагмент скульптурной композиции монумента «Беларусь партизанская». Маркированный конверт подготовлен по материалам из собрания Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны. Комплект состоит из нескольких марок. На каждой фрагменты истории. Несложно догадаться, что служит лейтмотивом. Почему марка выпущена именно сегодня, 9 апреля? Как раз это тот период времени, это месяц еще до долгожданной победы был. И тиражи, которые сегодня будут распространяться, имеется еще возможность этой продукцией ознакомиться всем, купить ее, подарить друг другу, направить своим знакомым в другие страны, в другие государства. Поэтому есть такой вот достаточный период времени для ее распространения. Почтовому блоку применяется технология дополненной реальности. При наведении на почтовый блок камеры смартфона с запущенным приложением изображение оживает. К слову, новинки – не единственный знак внимания ветеранов от представителей Белпочты. Речь об акции «Беларусь помнит». Мы сегодня и открываем еще акцию нашего предприятия «Беларусь помнит». Мы сегодня пригласили сюда наших ветеранов, пригласили наших работников, которых сегодня чтят память погибших своих дедушек, прадедушек. До 9 мая мы будем все больше и больше собирать такой информации, давать информацию нашим работникам. И 9 мая уже, когда акция будет сформирована, с этими портретами планируем, конечно, весь наш коллектив принять активное участие. Хочется сказать спасибо руководству РУП «Белпочта», нашей руководству областной почты за то, что они, так сказать, оказывают тоже посильную не помощь, а участие вот в работе по сохранению памяти тех грозовых минувших лет. И гашение вот этого памятного конверта, марки, это, так сказать, вклад в это общее наше дело – сохранение памяти. На торжественном мероприятии присутствовали клиенты почты, филателисты, сотрудники филиала, родственники которых сражались на поле боя в военные годы и, конечно, ветераны Великой Отечественной. Наше участие во время войны, и мирным трудом было много сделано кое-что. Во время войны для победы, а во время трудовых действий по восстановлению всего разрушенного, то, что было. Сейчас молодежь должна это, конечно, помнить хорошо. Вы знаете, война для нас не закончилась. Вот я возглавляю областную ассоциацию малолетних узников фашизма. Постоянно контактируем мы, естественно, с участниками войны. И вот этой категории лиц война не кончилась, она не кончится никогда. Вот были здесь детки, вручали цветы и прочее. Они все это слышали, они все это наматывают. Понимаете, нам надо, главное, чтобы не повторилось вот это, что было страшное слово «война». Конечно, новая почтовая продукция непременно станет прекрасным элементом для филателистов, коллекционеров, да и в целом белорусов, интересующихся историей. Конверты и марки уже поступили в почтовые отделения.